Хочешь щепотку правды? Только не говори потом, что не хотел это слышать. Убери детей от экрана и садись поудобнее. Мы начинаем. Все исходит из Абсолюта. Мы называем его Богом, словом, которое произошло от санскритского слова «Бхагаван». Тот, кому все принадлежит. Бог – это единственный подлинный царь царей, причина всех причин. И по его божественной санкции, в разных мирах, в разное время, конечно, где вообще существует время, происходит все, что только возможно. Вот, например, наша маленькая вселенная. Она действительно очень маленькая по сравнению с другими вселенными в нашей Махататве, которая не единственная, и вообще материальные миры занимают не более трети духовного неба, как описано в Ведах. Хотя математические категории здесь относительны, так как предполагают предел. А предел – это категория пространства, а пространство и время в нашем привычном понимании существует только в ограниченном пространстве материальных вселенных. Во вселенной темно, потому что она покрыта 8 оболочками, подобно яйцу. 5 плотных элементов – земля, вода, огонь, воздух, эфир. И 3 тонких – ум, манас, разум, будхи и ложное эго, аханкара. И да, вселенная расширяется, но не потому, что был большой взрыв, а потому, что она живая и дышит. Во вселенной существует 8 400 000 форм жизни. Из них только 400 тысяч – это человеческие расы и человекоподобные существа. Различные цивилизации существуют на 14 планетарных уровнях. Чем выше уровень, тем больше проявлений блаженства. Земля – это средний планетарный уровень, где уравновешены счастье и страдания. Здесь живым существам более всего доступен процесс духовного самоосознания, потому что ни наслаждения, ни страдания не преобладают настолько, чтобы помешать достижению отречения от чувственных желаний. Разные цивилизации существуют в разных измерениях и действуют на разных уровнях, поэтому для примитивного сознания современного человека недоступно проникновение в иные миры. Даже на уровне Земли, помимо нашей цивилизации, существует еще множество других. Некоторые из них обладают мистическими способностями, и люди иногда могут встречать их, но большинство предпочитают избегать с нами контакта, так как на Бхарата-варши, то есть на той части Бхумандалы, где живем мы с вами, сейчас эпоха деградации, Кали-юга. Поэтому для более развитых цивилизаций эта территория сейчас находится на особом карантине. Так как Земля находится на среднем уровне, то люди могут быть подвержены влиянию как божеств из высших планетарных систем, так и демонических форм жизни из низших миров. Демоны – это живые существа, действующие против Бога. Сейчас на Земле Кали-юга – период правления Кали Махараджи, который является одним из проявлений Папа Пуруши, воплощения греха. Поэтому в эпоху Кали на земле среди людей рождаются преимущественно души, которые стремятся к греховной деятельности. Из-за того, что люди нечистоплотны, имеют преступные мотивы, совокупляются подобно животным, без соблюдения очистительных обрядов, вне законного супружества, в неположенное время и в неположенных местах, у них рождаются дети без хороших качеств, которые приносят только одни страдания. Эти дети греха не достигают в своем развитии более высоких уровней, чем примитивное вожделение и страх, и поэтому попадают под влияние низших демонических сущностей. Божественная культура, приносящая счастье и свободу от низших побуждений чувств, основана на принципе яги, жертвоприношения. То есть, каждое действие, каждое слово и каждая мысль совершается как пожертвование для Бога, святых людей и существ из высших миров. Таким образом, находясь под властью высших существ, в обществе устанавливается гармония, справедливость и вечные принципы дхармы. Нашим же обществом сейчас преимущественно управляют низшие существа – дайти и дановы. Это технократические цивилизации из подземных миров Атала, Сутала, Талатала и Расатала, которыми правит сын материальной иллюзии Майя Данава. Величайший гьяни, ученый, обладающий всеми технологическими знаниями и умеющий создавать самые совершенные виманы, космические корабли из любых видов материалов, как из совершенных сплавов металлов, так и из элемента ума. Майя известен также как учитель, обучающий собственным примером всех колдунов и магов, а также как автора самого авторитетного во всей вселенной трактата по астрономии Сурья Сиддханта.
Целью данного фидайтев является подчинение человечества с целью того, чтобы люди не совершали жертвоприношения зерна, масла, молока и фруктов деватам, полубогам, населяющим высшие планетарные системы, такие как Сваргалока. Так как деваты, получая силу через эти огненные жертвоприношения от людей, побеждают дановов в войнах. Поэтому дановы распространяют среди людей атеистичную технократическую культуру, пропагандируют употребление в пищу мяса коров и отказ от молочной продукции. Также на людей оказывают большое влияние ракшасы и пишачи, которые питаются низкими энергетическими вибрациями, требующие человеческих жертвоприношений, пьющие кровь и утоляющие голод плотью живых существ. Все эти существа распространяют свое влияние через своих наместников, которые призваны поддерживать атмосферу страха и греха среди человечества. Без позволения людей они не способны удерживать власть, поэтому первостепенной задачей является контроль сознания, чтобы люди медитировали на низшие энергии. Именно поэтому блокируют и запрещают, как правило, что-то безобидное. Но ни порносайты, ни различные казино и сайты по продаже человеческих органов и наркотиков. Преступность нужна государству, чтобы управлять людьми через страх. Иллюминаты, масоны, все эти названия на самом деле еще одна форма иллюзии. На самом же деле эти люди просто повязаны с низшими мирами, обретая власть через грех. Они помазанники Кали Махараджи. Низшие существа питаются низшими энергиями, поэтому и совершаются массовые убийства людей. Им нужно, чтобы люди находились в состоянии перманентного страха. Эти же силы проникают в религиозные структуры и перестраивают их таким образом, чтобы люди отвернулись от Бога и также постепенно погрузились в грех, употребление мяса, алкоголя, мужеложества, преступность и так далее. Кали-юга – это время греха. Эта эпоха проявляется на Земле именно потому, что есть много обусловленных душ, стремящихся к греху, и для них это время становится их законным билетом в ад. Но для многих также это время является временем пробуждения. Именно в эту Кали-югу Бог проявился как Чайтанья Махапрабху в настроении собственного преданного, показав всем нам пример того, как нужно следовать нити Дхарме, вечному предназначению души. Те, кто становятся сознательно слугами Бога, обретают свободу от влияния низших энергий, которые на самом деле не имеют реальной силы. Мы сами наделяем силой этих низших существ, позволяя управлять собой через телевизор, атеистичную идеологию, через официальные религии и научные теории, отвергающие истину. Душа не может быть независимой, она склонна к привязанностям, и отвергая служение Богу и своей высшей природе, сотканной из безусловной любви, душа автоматически становится служанкой низших демонических сил и погружается в иллюзию. Не позволяйте себя обманывать.